Отопительный сезон прошел хорошо. У нас не было никаких аварий, ни крупных, ни мелких. И магаданцы почувствовали, в принципе, в домах магаданцев было тепло, и мы начали отопительный сезон в срок и закончили его тоже в срок, за исключением одного единственного участка в городе, где нужно было срочно приступать к ремонту теплотрассы по улице Советской. Сейчас мы находимся в активной фазе подготовки к отопительному сезону 21-22. Идет завоз угля на Магаданскую ТЭЦ, прошла уже опрессовка тепловых сетей в городе Магадане. Она проходила с 22 по 25 число повышенным давлением для того, чтобы определить слабые места в наших узлах, агрегатах, трубах. И уже сегодня ясно, что 68 проблемных мест есть. И Магадан Теплосеть вместе с подрядной организацией Тепломонтаж приступила к этой работе. У нас идут очень крупные работы по разрытиям. Это на улице Советской мы продолжаем реконструкцию этого участка тепломагистрали. Напомню, что 40% жителей города Магадана запитаны от этой большой трубы диаметром 800 мм. Срок службы трубы закончился уже очень давно. Он запредельный, более 60 лет. Ну, поэтому новый трубопровод как минимум на полвека обеспечит надежность теплоснабжения города Магадана. И самое главное, что он идет и с увеличением диаметров, следовательно, дает возможность развивать новые районы в городе Магадане, в том числе и новую застройку на Бухте Нагаева, и родильный дом, и бассейн более надежно будет обеспечиваться ресурсом. По улице Якутской очень серьезно идет разрытие, там занимаемся заменой, по улице Транспортной. Ну и одновременно идет очень много разрытий на перспективу развития города Магадана. Это и по улице Нагаевского, видите, укладывается новая магистраль по холодному водоснабжению. И по улице Транспортной новый водовод идет к родильному дому. И вот буквально сейчас пересогласуем проектное решение, и мы увидим еще одно большое разрытие. Это от спортивного комплекса «Президентский» и до магазина «Таганский» 24 по улице Берзина. Да, это неудобства, но их нужно пережить, потому что мы хотим нового развития города Магадана. Надеюсь, что наши ресурсники все успеют своевременно сделать, и мы не почувствуем этих проблем. Единственное, что благоустройство после ресурсников мы делаем, как правило, на следующий год, потому что времени очень мало, как я вам сказал, 288 дней отопительный сезон, и совсем немножко остается на межотопительный период для подготовки города к новому отопительному сезону.